А человек – потомственный слуга и продолжает оставаться дома. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Друзья Пушкина, именно так называют себя организаторы и гости мероприятия, пришли не с пустыми руками. Творческих подарков и сюрпризов множество. Выставка картин творческого объединения «Дубовая роща», рок-концерт, выступления известных барнаульских поэтов. Это далеко не весь список. Картины своеобразные, они, по крайней мере, оригинальные, то есть привлекают взгляд. Под бакенбардами с трудом можно узнать Михаила Гундарина, настолько он влился в образ. Старому поэту цилиндр не жмет, да и поэтический скипетр впору. В конце прошлого года вышла книжка, которая удачно называется «Старый поэт». Мне приятно, конечно, Михаила Гундарина было увидеть. И «Дубовая роща», конечно, в конце. Такой маленький спектакль устроили. Приятно было. Здесь никто не произносит фраз. Почтить память – классик литературы. Для пришедших Пушкин – современник. Им есть что рассказать, показать и ответить поэту. Прекрасная дама пушкинской эпохи Анастасия Радцева отвечает Александру на его письма в стихах. Я вас люблю еще, быть может. Я помню, был тогда мороз. О, я не смог сдержать бы слез. Но пусть вас это не тревожит. Но лучший подарок – книга, вернее, журнал. Литературный самоздатовский номер ликбеза получили все гости, а к нему – диск «Дубовой рощи» и живой концерт. Понравилось даже самонадеянному Эдмону Дантесу. Я не зря убил этого поэта, я так считаю. Пожалуй, только Эдмон считает, что убил поэта. Для остальных – Пушкин живее всех живых. И даже для модного течения уличного рисования – стрит-арта. Александр Сергеевич – герой нашего времени. Современные молодые художники с удовольствием изображают поэта, уверенно заявляя, что Пушкин любому поднимет настроение – и взрослым, и детям. Юлия Гадар, Дмитрий Баша, «Наши новости».